Незаконный бизнес. Представители Запорожской самообороны наведались в ресторан «Консул», расположенный в районе площади Ленина. Информацию о существовании здесь подпольного казино получили от собственных источников. Попав внутрь, активисты разбили игорное оборудование, говорят, чтобы прекратить работу казино. Были несколько человек игроков, штатов служащего персонала. Вот. Из себя заведение представляет два больших зала. Вот несколько маленьких залов. Один большой зал – это полностью игровые автоматы. Во втором зале – это игорные столы, стол с рулеткой. Вот, там находилась громадная масса фишек. Вот. Ну, то есть довольно много, ну скажем так, лично мне еще не попадалось, да, большего такого игорного заведения. Представители самообороны вызвали правоохранителей. Официальный комментарий по ситуации сегодня появился на сайте Главного управления национальной полиции в Запорожской области. В Ленинский отдел ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что по проспекту Ленина 234 неизвестные путем повреждения входной двери проникли в помещение ресторана «Консул» и повредили мебель, столы и другие личные вещи. После чего сели в автомобиль «Мерседес Спринтер» и уехали. Принятыми мерами розыска сотрудники патрульной полиции задержали 17 человек, которые были опрошены и отпущены. Сведения о событии внесены в единый учет, проводится проверка.